привет! Для кого-то вечеринки – это развлечение, а для меня – любимая работа. Я Анна Симонян, главный редактор телеканала «О жизни звезд» ТВ «Бульвар». Именно поэтому я выбрала для вас самые яркие события в Москве за последнюю неделю. За эти дни в Москве вручили премию «Золотой орел». Также в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера новой картины «Ты и я» с Мишей Бартон, а Лена Ленина организовала венецианский карнавал. Итак, самое незабываемое в Moscow Life на этой неделе. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новой комедии «Самый лучший фильм 3D». Кажется, что на этот закрытый показ собралась вся московская тусовка, что, в общем-то, и неудивительно. Ведь весь этот бомонд в этом фильме и снялся. На красной дорожке засветились даже Тарзан с Натальей Гулькиной. Я снялась в небольшом эпизоде в этом фильме. Я хотела бы увидеть, вообще вырезали меня оттуда или нет, или я там все-таки есть. Я вообще актриса по образованию, но для меня это была первая роль, маленькая, эпизодическая, и сразу на красную дорожку. Там есть такой сюжет, когда мы, артисты, идем по красной дорожке. Понимаете, мне проплатили уже во втором фильме. У меня есть установка, что говорить, что фильм полная хрень. Мне уже заплачено за это, поэтому что я вам могу добавить нового? После первого стрела остановились. Ты должна нервничать. Нет, я абсолютно не нервничаю, я просто пришла посмотреть фильм. Просто еще не в курсе, как бы, будет ли эта сцена, поэтому... Не у меня фильм, что это наши друзья, ребята из комедии, и мы переживаем за каждую их работу, за каждый их проект. И, во-вторых, просто получить хорошее настроение. Видели первый и второй. Первый понравился больше. Мне, например. Мне тоже. Да? Надеемся, третий побьет и первый, и второй. Мы слегка подмерзли, да, просто сейчас мы оттаем, будем улыбаться. Когда? Большая главная роль. Она настолько символическая, что, собственно говоря... Я вообще не в курсе, я не принимала участие в съемках. Я пришла... Да, я бы хотела. Я бы, мне кажется, могла бы сыграть какую-то очень такую, может быть, небольшую, но запоминающуюся яркую роль. Но меня не приглашали. Я пришла сегодня посмеяться, получить удовольствие. Да, я вообще комедийная актриса. Просто впитала комедийность молоком матери. Но пока никто это по мне не рассмотрел. Вот в чем дело. Ни один из режиссеров. Видимо, все впереди. Самый лучший фильм в 3D. Кстати, отдельных аплодисментов заслуживает этот фильм, потому что это первая отечественная комедия в 3D. Это не оцифрованный фильм, это действительно в 3D снимали на суперкамеру, украли у Кэмерона, так что все понятно. Да. Почему во всех фильмах одни и те же актеры? Продюсеры. Мой друг, брат, если женился не на Юле, то на нем. Итак, Артак Гаспарян и Дмитрий Шутко. Наш любимый режиссер Кирилл Кузин. Петр Винц. Екатерина Кузнецова. Этот человек играл и в пародии, и в оригинале пародии. Михаил Ефремов. Он же Балуев, он же Семчик. Все гриву. Это пластик. Играли также Влад Топалов, Андрей Разограев, Лера Кудрявцева, Сергей Глушко, Ирина Забияка, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Эвелина Блёданс и, конечно же, Де Ниро. Короче говоря, все эти актеры были задействованы. Мне нравится. Здесь, сука! Это не мой фильм. Отдельные аплодисменты я попрошу Дмитрию Нагиеву, про друзья. За то, что он не снимался в этой картине.